Черкашин Владимир представляет клуб «Сибирский Барс». Кирилл Сергей, Кристиан и Стара Жужица. Никогда не говори никогда.
Кстати, здесь два. Скажи, здесь же суммируются как бы два преимущества. Ой, два этих. А два это? Да. Три, два балла. Да. Вот ты смотрел рынок сегодня. Победу Бабалова одержал спортсмен из Красного Черкашин Владимир и становится абсолютным чемпионом всероссийского турнира по бразильскому джиу-джитсу.